Если есть у меня упрек, то это то, что это взятие ответственности на себя произошло в ноябре месяце таким способом, а не в июне или в июле, и правительством, а не парламентом. Мы в парламенте должны были брать на себя эту ответственность. Вот это у меня есть упрек. Я не то, что понимаю или не понимаю, я еще раз повторяю. Мы были за более кардинальные меры в июне и июле месяце. И то, что произошло в ноябре, в июне и в июле, имело бы совсем другой характер, совсем другие бы последствия, и была бы ситуация гораздо лучше, чем та, в которой мы оказались в ноябре. Вот здесь у меня есть большое сожаление.